Я встретил зло PUBG, это PUBG-ер, который любит закрывать мосты. Вот отрывок из его видео, тут он поставил бензины в своем стиле и заставил взлететь драндулетик в небо. Смотрите, а я сейчас взлечу на мотоцикле. Святые ежики! Вы это видели? Да, зрители, которые заходят часто ко мне на стрим, видели это. Короче, я поднял своего друга, вот и настал момент встречи с зло PUBG-ом. Сидел я возле тачки и сзади стреляет тот самый любитель закрывать мосты. Кажется, он думал, что поставил под тачку бензин. Он хотел, чтобы я взлетел вместе с драндулетом. Я достал из кармана свою сочную какашку и кинул в его сторону. Решил подойти с другой стороны, когда бежал, я смотрел себе под ноги, а вдруг в траве спрятан бензин и я взлечу в небо как павлин. Куда он делся, или он пошел искать бензин? А вот и он, я считаю его хорошим контентмейкером, он эпично закрывает мосты.